привет, дорогие друзья! Мы находимся в городе Петрозаводске, Республика Карелия. И сегодня мы попытаемся показать вам, как настраивается и запускается самый, что ни на есть, настоящий воздушный шар. Сейчас ребята готовят площадку, точнее саму корзину, подтягивают туда вот это вот оборудование. Мы немножко филоним, решили поснимать, но просто я не могу одновременно носить и снимать. Ну вот. Вот эти вот баллоны, они накачаны газом, соответственно, для того, чтобы подавать теплый воздух в сам шарик. Поэтому это новое видео на канале Гаджетмания. Обязательно оставайтесь, смотрите до конца. Сегодня будет очень интересно. Итак, это горелка. Ее вы увидите в работе через полчаса. Эта горелка, что она делает? Она у нас накачивает теплый воздух, да? Да, путем подачи огня. Сам она... шар. Она, да, не стесняемся, надо учиться. Я тоже сам камеры стесняюсь, но будет хороший видеоблог, как бы со съемкой, с воздухом. Сейчас постараемся все это сделать. В общем, это горелка, параметр корзины. Сколько она? По ширине, по высоте. Давай, по длине. Соберем уже тогда с ним. Давай. Вот так вот выглядит почти собранная корзина. Сейчас чуть позже ребята нам ответят на наши острые вопросы. Я думаю, что в России, в принципе, много, наверное, воздухоплавателей, но у нас в Республике Карелия это единственная компания, у которой есть тот самый, скажем так, большой шар для... Для чего это шар? Для поднятия или что? Как он правильно называется? Для полетов. Да, шар для полетов. Не шар, а тепловой аэростат. Тепловой аэростат. Ну, давайте вкратце расскажем. Или пока еще рано. В принципе, сейчас мы соберем до конца корзину. Хорошо. Корзина собирается до конца. Потом это все, может быть, смонтируем еще как-то. Но в любом случае, процесс сбора. То есть, выезжаете на место, ставите коробку, подтягиваете туда баллоны. И вот настройка всего этого. Сколько примерно по времени? Полчаса. Полчаса. То есть, в среднем все это собирается за полчаса. Стоимость шара. Если это не коммерческая тайна. Коммерческая информация, да? Ну, шар стоит не маленьких денег, как бы. На самом деле очень мало людей и мало организаций, компаний по северо-западу. Достаточно их количества, нет? По северо-западу нет, не особо много. А так по России, да, хватает. И с каждым годом прибавляется все больше и больше. Пополняется наши ряды воздухоплавателей. И это очень радует. Это очень радует, да. Но в Карелии вы единственный, да? На данный момент, да. Так я думаю, что не только на данный момент. Я думаю, больше сорви голов нету у нас. Нет, до этого здесь был шар, наверное, лет 12 назад. Вот. Но на данный момент мы единственные. Улетел? Продали? Это был частный шар. Частный пользователь был. И продал он его. Понятно. Поэтому на данный момент мы монополисты. Монополисты в этом. Специальные такие уплотнители, смотрю, кожаные. Это из кожи, да? Кожа, да. Да, конечно. Вес пассажиров. Окей, горелка, баллоны, вот, ну, полетный вес без пассажиров примерно какой? 350 килограмм. То есть еще можно засунуть туда 650 килограмм живого веса, да? Да. Нет, еще 350. А, 350? Еще, да. А, ну да, еще 350. 350 при среднем... Я 100 вешу. Алло, алло. При среднем... Да, здравствуйте. Как правильно сказать? При среднем весе человека 80-90 килограмм, плюс-минус, как бы, то... Влезает, получается, 5-6 человек. То есть 6 человек это один пилот и, соответственно, 5 пассажиров.